Вітаємо вас, шановне товариство. Науково-популярна передача «Точка росту» в ефірі телеканалу АТВ, в студії ведучий передачі, доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Шановна громада, так виходить, що ми живемо у час, який швидко розвивається, і ми стоїмо перед задачею здобуття нових знань, сучасних знань, які дійсно необхідні нам тут і зараз. Так виходить, що ми, викладачі вищих навчальних закладів, об'єктивно не можемо передбачити, що буде там через 3-5 років. Тому ми визнаємо актуальність та необхідність так званої курсової підготовки, визнаємо необхідність навчання протягом усього життя, визнаємо необхідність освіти дорослих. Можливо, це колись можна було вважати, що закінчив інститут, закінчив технікум, а далі просто працюєш та використовуєш свої знання. Зараз ситуація змінилася. Зараз, аби бути успішним, аби бути щасливою особистістю, потрібно навчатися протягом усього життя. Тому нам цікаві ті організації, які організовують таке навчання для нас. І от нещодавно ми дізналися, що 9-10 грудня у Сумах, у конгрес-центрі Сумського державного університету відбудеться цікавий фестиваль, його статус – це український, фестиваль під назвою «Аніма». На цьому фестивалі сумчани, жителі усієї області можуть здобути ось такі цікаві і необхідні знання. Сьогодні у нас в студії ми запросили організатора фестивалю Альону Шутько. Доброго дня, пані Альона. Пані Альона, розкажіть, будь ласка, про цей фестиваль, який відбудеться в Сумах. Добрий день. Вы уже нас представили. 9-10 пройдет впервые в городе Сумы этот фестиваль. Он имеет всеукраинское значение. 8 лет он уже идет на просторах нашей Украины в более чем 15 городах Украины и ее регионах. Вот. В этом году мне выпала такая замечательная возможность быть организатором этого фестиваля в родном городе. Поскольку я родом из Сум, я закончила Сумской пединститут, специальность история и английский язык. И об этом фестивале я лично знала очень давно и посещала его в Киеве много раз. В этом году, на последнем из посещений этого фестиваля, я познакомилась с создателем этого проекта и с организатором Киевского фестиваля Лукьяновой Мариной. Когда мы обсуждали жизненные вопросы, можно сказать, философские какие-то взгляды на жизнь, она вскользь упомянула, что у них в Сумском регионе как раз и нет организатора, который бы тоже поднимал в этой части нашей Украины мышление человека, менял его жизнь к лучшему. Поэтому, когда я услышала, я с радостью согласилась поучаствовать, возглавить этот проект. И таким образом, вот уже первый раз буду проводить его в Сумах. Альона, у нас передача «Точка росту», а місія передачі – це знайти такі форми життєдіяльності, які би, прямо скажемо, допомогли людині вижити у цих умовах, які зараз є. Ми знаємо про складні соціально-економічні ситуації. І у зв'язку з цим розкажіть, будь ласка, сумчанам, що пропонує «Аніма» 9-10 грудня? Изначально «Аніма» был представлен и как женский всеукраинский фестиваль, но я чуть-чуть его переформатировала в том смысле, чтобы не только женщины развивались, поскольку мужчин отталкивает надпись «женский фестиваль». Я приглашаю также мужчин на наш, скажем, даже праздник, потому что у них на нашем фестивале есть очень много замечательных мастер-классов, таких, например, как критическое мышление, которое будете вы представлять, например, трансформационные игры, финансовая грамотность, взаимоотношения мужчины и женщины, которые, я считаю, тоже должны волновать мужчин тоже, как партнеров в создании крепкой и благополучной семьи, воспитание детей. Поэтому я решила
в наших Сумах поднять его первый раз как, ну, без гендерных отличий, убрала женский фестиваль и сделала его всеукраинским фестивалем в Сумах. Поэтому... Пані Альона, ну, від кафедри філософії я хочу подякувати вас за те, що ви звернули увагу на необхідність критичного мислення зараз та звернулися до кафедри для того, аби ми взяли участь у цьому фестивалі та провели майстер-клас з критичного мислення. Я коли говорив про те, що деякі курси університетські, можливо, не матимуть перспективи реалізації, я не мав на увазі так зване універсальне знання. На моє глибоке переконання, логіка, наука про мислення, зокрема критичне мислення, це є знанням універсальним, і воно було актуальним 5 столітті до нової ери, воно було актуальне у період середньовіччя, і зараз також актуальне. І від кафедри філософії я хочу вас запевнити, що ми докладемо усіх зусиль, щоб дійсно надати людям ці знання з критичного мислення. Ми розуміємо, що зараз час нашої передачі не дає можливість поговорити про усі майстер-класи, там, тренінги, які відбудуться у цьому фестивалі. Розкажіть, будь ласка, про один з них, про те, який, ну, вам до вподоби і про який ви хотілося б вам розказати саме про нього. Вы знаете, я хотела бы представить на нашем фестивале несколько проектов. Хотя бы представить, о них больше вы сможете ознакомиться на сайте Anima in UA Sumy более докладно. Вот. Это такие проекты, как проект организации «Свідома освіта», я бы хотела обратить ваше внимание. Это проект о финансовой грамотности детей, о том, как повысить уровень мотивации обучения в школе детей и как научить детей, опять-таки, правильно, позитивно мыслить логически и подготовить их для поступления в вузы, например, даже Гарварда или других. Причем, если у детей высокий довольно уровень знания английского, и вот эта «Свідома освіта» развивает как раз логику, мотивацию, то они могут поступить и бесплатно, выигрывая гранты. Вот я поэтому приглашаю родителей, учителей и тренеров посетить этот мастер-класс, чтобы услышать об этом проекте. Если сумчане заинтересуются им, то мы можем сделать, открыть филиал этой іншої освіти и в Сумах, чтобы дать детям Сум тоже возможности развиваться и быть замотивированными и поступить бесплатно в Гарвард. Второй проект очень интересный на нашем фестивале, как на мою думку, по моему мнению, это проект IT-бабушки, так называемые. Представители Одессы приезжают поделиться с нами опытом о том, как социализировать людей пожилого возраста, чтобы они не были в отчаянии, выходя на пенсию, чтобы их не интересовал только огород, потому что нету больше никаких иных возможностей чем-то заниматься. Вот представители этой организации, эти бабушек, будут делиться с нами опытом, как сделать счастливым человеком в любом возрасте. Также могу поделиться и о мастер-классе, который буду представлять я, если будет такая возможность. Очень много информации, поэтому если в этот раз я его не проведу, то на следующей аниме точно затрону эту тему. Это, например, теория 40%. Это теория о счастье. Есть такой американский психолог Соня Любомирский. Она научно доказала, что человек может, в отличие от мифов, которые в нашем обществе существуют, что можно родиться, не родись красивой, а родись счастливой, что счастье передается как-то на генном уровне. В отличие от этого, Соня Любомирский провела исследование в более 16 странах и пришла к выводу, что миллионеры также несчастны, как и их подопечные, и даже некоторые нищие могут быть счастливее миллионеров. И вот эта теория 40% и понимание, что такое гедоническая адаптация, почему люди более бедные могут быть намного счастливее, или, например, чем богатые, или почему Ник Вуйчич,
у которого нет рук и ног, счастливее намного счастливее, чем мы с вами, которые физически здоровы. Вот об этом и мой мастер-класс «Теория 40%». Ну, много есть очень других проектов. Есть и психосоматика похудения. Это тоже будет объяснять женщинам, почему мы очень страдаем и не можем... Где заложена причина того, что мы не можем быть стройными и красивыми? Оказывается, это многим из нас не помогают залы спортивные. Вот об этом тоже будет мастер-класс. Или, например, взаимоотношения родителей и детей, кризис взросления, тайм-менеджмент для мам, уверенность в себе. Очень много проектов разных, поэтому я не могу их всех перечислить. Заходите на сайт, вы ознакомитесь полностью. Альона, скажіть, будь ласка, от знову ж таки, виправдовуючи місію нашої передачі, верніше, виходячи з цієї місії, сталий розвиток, ось ви говорили про проблему літніх людей, про IT-бабусі. Ну, як на мене, дійсно, ну, я не знаю таких часів, коли ось літні люди були так занедбані. Іноді просто душа болить дивитися, просто спостерігати їх спосіб життя. Ну, гарно, коли у літніх людей є діти, які ними опікуються і які живуть, власне кажучи, у родині. Але ми зараз, на жаль, можемо констатувати і кризу української сім'ї, ось якесь порушення цих цінностей, відношення до батьків, відношення до літніх людей, воно, на мій погляд, не відповідає їх дійсно здобуткам. Дуже часто приходиться слухати про, знаєте, такі точки зору, що ну, літні люди нічого не знають, не розуміються на сучасності, вони затягують нас у минуле. Ну, я не хотів би говорити про ейджизм, це, знаєте, це навіть порушення прав літніх людей. Але все ж таки, розкажіть саме ось про цей аспект, про IT-бабусі. Ось, як на мене, він дійсно слушний і цікавий. Хотілося б узнати більш подробно про це. Поскольку не я являюсь представителем этой организации, вот я и хотела бы вас пригласить всех послушать об этом чудесном проекте. Я знаю, я была на их фестивале в Одессе, на Дне пожилого человека в этом году, узнала об этом проекте, и поэтому, познакомившись с создателем организации, пригласила ее, она согласилась совершенно безвозмездно поучаствовать в нашем фестивале только лишь для того, чтобы поделиться опытом и создать или филиал, или мы создадим свою Сумчане организацию подобную такой же. Чем они занимаются в своей организации? Они обучают бабушек и дедушек компьютерной грамотности. У них некоторые пожилые люди даже создают, ну, занимаются веб-дизайном. Они ходят по театрам, они сами выступают. То есть у них полностью их мышление и их поведение вот социализировано. То есть они не отстают от современных людей, но в этом им нужно помочь, поскольку очень мало времени уделяют, вы сказали правильно, свои дети и внуки людям пожилого возраста, но есть неравнодушные люди, которые стараются исправить вопросы, минусы нашего времени. И вот создают подобные организации, чтобы одинокие люди, престарелые люди не чувствовали себя одинокими, а некоторые даже были полезны обществу, если у человека есть хист и способность к веб-дизайнерству, как оказывается, это не зависит от возраста, то они могут себя еще найти и в новой профессии. От на розвиток вашої думки, ви знаєте, я спостерігаю іноді таку картину, що літні люди на пошті стоять, аби заплатити комунальні послуги, і також витрачають безліч часу та нервів, що псує їм здоров'я в Ощадбанку, думаючи, що це старий там Сбербанк якийсь радянський. Ну, невже так складно вже навчити їх ось користуватися цими айбоксами? Ну, я не думаю, що там щось таке складне, що вони на це не здатні. З приводу взагалі літніх людей, я скажу, що
на моє переконання. От я заперечую точку зору про те, що зараз майбутнє України може визначити якийсь там молодь, да? На моє переконання, знають, що зараз робити люди, які застали радянські часи, період перебудови, і зараз є мотивованими для того, щоб дійсно визначити, що дійсно зараз робити. Ми ж зайшли у глухий кут, і ми багато говоримо на цій передачі, які є варіанти подальшого розвитку подій, і що нам усім потрібно зробити. Пані Альона, ну, як казав класик, критерії істини – практика. Да? Ну, ми бачимо, що фестиваль проходить в багатьох містах України. Це є підтвердженням того, що він дійсно є важливим. Але все ж таки, давайте спитаємо зараз у людини, яка брала участь у цьому фестивалі. Я у цій людині запитав, наскільки цей фестиваль змінив її життя. Отже, до вашої уваги, шановні телеглядачі, що думає про фестиваль «Аніма» Білан Тетяна, учасниця такого фестивалю. Давайте послухаємо. Семь лет назад я попала на всеукраинский фестиваль «Анима» в городе Киеве. Заинтересовала тема женственности, ну, потому что такое неоднозначное название «Анима» предполагает, да, вот, что мастер-классы будут на эту тему. На тот момент я была врачом, стаж у меня как бы врачебный был на тот момент лет 7. И после того, как я побывала на мастер-классах, очень впечатлила тема Анны Валенсы про мужчин и про женщин, про возрастное развитие, про саморазвитие и мужчины и женщины. После этого мастер-класса, ну, конечно же, других мастер-классов, я сменила профессию. Я стала психологом, психотерапевтом. С этого же года начала обучаться на гештальт-направлении, пошла на системного семейного расстановщика и впоследствии закончила академическое психологическое образование в нашем городе. Поэтому, конечно, фестиваль очень сильно повлиял на мою жизнь. Я очень рада, что я на него однажды попала. И на сегодняшний день я буду очень рада участвовать в этом фестивале уже как спикер. Конечно же, я не жалею, что я попала на фестиваль, что я сменила профессию. На тот момент, когда я уже начинала работать психологом, психотерапевтом, мой врачебный стаж был 13 лет, и я с большим успехом совмещаю и свои врачебные навыки, знания с навыками и знаниями психотерапевтической практики. Ну и, как я думаю, то я со всех сторон помогаю людям, то есть и как врач, и как психолог-психотерапевт. Ну, конечно, я считаю, что это очень большой вклад, как и в мою систему для своего собственного развития, и для развития, и для помощи другим людям. Ну, що я скажу? Як на мене, нічого собі. Людина змінила професію, да? Була лікарем, а стала дещо іншим. Може, ви щось додасте ось, да, саме цієї історії? Можливо, додасте ще і якимось власним досвідом? Я так бачу, і вас, Аніма, да, змінила. Вы полностью правы. Почему «Анима» является, на мой взгляд, очень замечательным и таким эксклюзивным мероприятием? Дело в том, что он меняет мышление человека. Ты сам того не ожидая, когда соприкасаешься с умными людьми, слушаешь мастер-классы тех людей, например, как воплотить свою жизнь, как воплотить мечту в свою жизнь. Оказывается, есть теоретические, практические руководства к теории, как это сделать. То есть это совершенно не является какой-то сказкой или мифом в нашей жизни. Об этом только нужно знать. Вот точно так в моей жизни. Я мечтала создать подобный проект здесь, в Сумах, поскольку в Киеве очень много подобного рода мероприятий, там очень стремительно развиваются, ну, и люди, и проекты, много очень стартапов различных. В Сумах такого был фестиваль ЛКД «Любовь, карьера, деньги». Вот в этом году его не было, и вот у нас как раз по такой счастливой случайности мы проводим первый раз этот фестиваль. Я была участницей фестиваля очень долгое время, более 5 лет. Я ходила, занималась самообразованием, меняла тоже свое мышление, потому что у меня в жизни было очень много вопросов, на которые я не могла найти ответ. Я искала его и в православной вере,
пыталась найти в опыте своих родителей. Но и вот эти все, я как историк, мне свойственно добывать информацию из разных источников. Поэтому, когда еще узнала о таких проектах и начала миксовать философию, религию, опыт родителей, еще свой жизненный опыт. Вот когда у меня уже появился свой багаж знаний, у меня в этом году, наверное, я уже стала готова, и мне свыше послали встречу с замечательным человеком и организатором этого проекта Лукьяновой Мариной. Она 8 лет ведет, она организатор и вдохновитель идей этого проекта, она 8 лет проводит его в Киеве. В этом году мы с ней познакомились на последней 16-й аниме, и она мне предложила для начала организовать в Киеве, побыть куратором фестиваля киевской анимы, а потом предложила быть директором в Сумском регионе. Вот я являюсь ярким примером того, как мечты воплощаются в жизнь. Я хотела создать свой проект, но для меня не было принципиальным личное создание, для меня было принципиальным, чтобы такой проект существовал в Сумах. Поэтому Бог услышал, как говорится, мои молитвы, помог мне встрече с человеком, а там уже было все в моих руках, желания, возможности, контакты, и слава Богу, мне сумчане помогают создавать этот замечательный проект, потому что я вижу, слышу, что очень многие люди, даже вот кафедра ваша философия отозвалась, да, мне было очень приятно, потому что проект действительно меняет мышление человека, и вот я придерживаюсь экзистенциальной точки зрения философии, как сказал Сартр, наш любимый, что личность и индивидуальность человек вырабатывает в себе сам. Он рождается и творит своими мыслями, а потом поступками создает смысл своей жизни. Вот как раз наш фестиваль и призван создавать у человека смысл жизни своими руками, потому что я в это верю, и я знаю, что это возможно. Поэтому приходите, пробуйте на себе, и вы увидите, что оно, что все работает. Знаете, пані Альона, я, ну, про Жан-Поль Сартра я тут можу розвивати багато. Єдине скажу, що філософія вашого фестивалю, вона співпадає з моєю філософією. Я вважаю, що знання має сенс тільки тоді, коли воно спрямоване на людське щастя, звичайне людське щастя. У такому, знаєте, тупому, вибачте, накопиченні знань немає сенсу. Ви сказали Жан-Поль Сарт, я можу це підтвердити, це і Пікур, і Гераклит, і Сковорода, і Гасенді. Ну, на жаль, наша передача добігає свого кінця. Я поділюся своєю історією. Я, коли поступав на історичний факультет, мене направили у райком комсомолу і попросили взяти там направлення. І я спитав інструктора райкому, що зі мною буде після того, як я закінчу історичний факультет. І, ну, я просто здивувався. Жінка розписала все моє життя до пенсії. Але я закінчив історичний факультет. КПРС заборонили. Це була інша держава. Я пам'ятаю чітко у цей момент, коли я зрозумів, що або я зараз починаю вирішувати, що далі і які знання, саме актуальні знання, мені потрібні тут і зараз. Ну, або я все життя буду сидіти і говорити, що ось бачите, як погано в мене вийшло. І я би відчував себе, напевно, там якимось соціальним лузером, напевно, їм би і став. Дуже дякуємо за те, що ви взяли участь в нашій передачі. Шановні телеглядачі, це була передача «Точка росту». Сьогодні ми говорили про курсову підготовку, про освіту для дорослих. З нами була організатор фестивалю «Аніма», Всеукраїнського фестивалю «Аніма», який відбудеться у Сумах 9-10 грудня у Конгрес-центрі Сумського державного університету. Ми дуже сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До побачення.